И бодрого утра, друзья! И отличного настроения! Потянулись хорошо-хорошо! Улыбнулись этому миру, да! Одели наши замечательные улыбки! И расправили наши крылышки! И эти крылышки превращаются в орлиные крылья, да! И мы летим, наблюдая наш прекрасный мир со стороны сверху орлиного полета. И смотрим, как прекрасен этот мир, как великолепна эта Земля, эта планета. Друзья, какие классные все вы! И растерли ладошки, и похлопали от счастья. И себя, вот этой вот доброй энергии, вот каждая клеточка тела все это принимает, наша личика, да. С 1 апреля, друзья, сегодня наш праздник, день радости, день смеха, день шуток. А знаете, какая самая лучшая шутка на 1 апреля? Та, после которой вас никто не догнал. Поэтому сегодня можно все, сегодня шутите, сегодня прикалывайтесь, как никогда в течение всего дня. Ну и все набрали уже водичку, успели, да? И пьем и проговариваем, кто умницы и красавицы? Мы! И себе говорите, кто здорово, энергично? Я! Я на свете всех белее, всех румяней, светлее. Противоречие, не может быть человек одновременно и белее, и румянее. Кто полон энергии, кто самый-самый энерджайзер? Скажите, я! Кто мультимиллиардерское сердце занимается благотворительностью? Я! Кто строит новые парки? Кто очищает реки, моря, океаны? Я! Кто спасает нашу планету? Кто помогает бездомным детям? Я! Кто помогает бездомным животным? Кто улыбается людям? Кто делает комплименты? Я! Кто несет вирусы смеха по всей земле, делая всех людей добрее и счастливее, объединяя мир во имя мира? Я! У меня вода закончилась, я сейчас налью. Ну что, друзья, начинаем, начинаем. И немножечко себя так разомнем, мы не будем сегодня долго делать зарядку, а просто вот свое тело почувствуем, каждый делает упражнения, какие просит его тело с утра. Вот такие свободные, свободные шеи, да, улыбка, наши пальчики. Все, разминаем наше тело. Хорошо, хорошо. Соединяем лопаточки. Вот. Грудная клеточка у нас тоже работает. Вот такой круг делает, потому что у нас должны все позвоночки работать. И пусть ваши движения будут разные, потому что есть разные суставы, да, которые хотят прокачаться. И вы сами должны это чувствовать. Ваше тело, оно вам подсказывает. Волну такую сделала. Опа. Обратную. Боковую. Немножко в сторону.
Да, и в другую. И просто вот сейчас мы превращаемся с вами, как, знаете, морские растения под водой. И слушайте свое тело, и пусть по-разному оно работает. Вот представьте, что вы под водой, можно глазки закрыть. И вот волна вас качает. Расслабили все тело. Волна вас качает, и все составы тела, все произвольно колышется. Вот так, в любом темпе, быстрее и медленнее. Вы можете приседать. Ой, как классно, какой красивый подводный мир. Мимо вас проплыла рыбка. И чуть-чуть вас прикоснулась, вы открыли глазки. Она такая красивая, ярко-желто-синим. Вы засмеялись. И опять наслаждаетесь вот этим свободным движением. Вот эта вот свобода. Мир прекрасен. И подводный мир такой красивый, такой чудесный. Мимо вас проплыла другая рыбка, задела коленку. Вы открыли, она вам улыбается, у нее такой большой рот. И вы улыбнулись и ей подмигнули. О! Работаем всем телом. Все суставы, какие у нас, может быть, уже забыли движения. Вот, классно. Движение должно быть разное, как, знаете, как когда мы кушаем, да, мы понимаем, что фрукты должны быть разные, витамины должны попадать разные. Поэтому и наше движение, оно просит фантазии. Наше тело просит творчества. Классно, классно. Хорошо, похлопаем сейчас и все наши точечки на ладошках попроминаем. И вот такая вот читалочка международная начала с Индии. И хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да, хорошо, да, лучший день, да. И посмотрели, о, такая чудесная радуга. И мы сейчас встанем на носочки, подтянемся к ней. И тянемся, тянемся, тянемся и гладим ее. Радуга – это Божья улыбка. И мы ее вот так вот гладим, гладим. А потом берем желтый цвет и тянем. Давайте понюхаем, чем он пахнет. Чайная роза. На твоем животик. Задержали, пропитали цветом радуги желтый. Еще раз понюхали. Какой цвет радости, как он пахнет здорово. Классно. Еще раз потянулись, потянулись, потянулись. И какой мы цвет потянем? Давайте зелененький. И вдох делаем животиком. А он пахнет весенней зеленью. Задержали, задержали вы запах травки, запах почек, пропитываемся, набираемся сил, энергии. Выдох. Вдох через носик делаем, набираем животик, выдох, втягиваем животик. И еще раз потянулись, потянулись, потянулись. Давайте возьмем голубую ленточку, радуги тянем. И делаем вдох. А это морской бриз. Задержали в себе запах моря. Соленое. Ай, классно. Держим, держим. Выдох. Еще раз вдох. Морской бриз. Выдох.
выдох, классно. Друзья, когда мы делаем вдох, у нас плечи опущены, следите, чтобы грудь не поднималась, а только животик надувался. Давайте сейчас возьмем, как будто мы матрас накачиваем, у нас животик будет надуваться. И вдох. Выдох, у нас пупочек прилипает к позвоночнику, да? А сейчас вдох. Забеременели гормонами радости. Молодцы, молодцы. Ну а сейчас, ребята, мы с вами будем доставать различные экзотические плоды. И мы увидели перед собой смеха дерева, смеха радости. И подходим и срываем какой-то экзотический плод. Чистим его, он нам подмигивает. Класс, давайте еще один сорвем. Ой, какой-то он большой, двумя руками тянемся, 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 тянемся. Поднимаем его, поднимаем его, какой-то такой тоже цветами радуги. И чистим его. И о. Какой он интересный, тут кусаю, он сладкий, здесь кусаю, он кислый, здесь кусаю, он соленый. Ну еще давайте срываем, еще срываем, 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 срываем. Чистим его. Он горький, как перец. Ой, всех витаминов поели, да? Здорово, здорово. Хорошо, друзья. И сейчас мы с вами пойдем на озеро. Да. Но перед тем, как мы пойдем на озеро, мы с вами выберем, какую мы маску на себя наденем. И у нас есть шкаф, в котором есть разные-разные маски. И мы тянемся, 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 тянемся. О, а это маска утки. Крякаем и смеемся, кря-кря-кря. Кря-кря-кря. Возьмем маску утки, я думаю, мало ли, еще нас там кто-нибудь съест, какой-нибудь крокодил, да. Сейчас другую маску поищем, ищем. Достаем. О, эта маска такая вот печали, страха. Я ее боюсь. Снимаем ее и выбрасываем со смехом. Мы выбрасываем из нашей жизни такие эмоции. И еще тянем, тянем, тянем. Что ж там еще у нас будет сейчас? И в темноте одеваем, и смотрим в зеркало. И крюкаем, и смеемся. Ha 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 ha!
знаем еще, что что-то у нас, что-то у нас. И сейчас через наши пальчики будем пропускать смехоток и пытаться достать до нашего носика, а глазки при этом закрываем. И приготовились наши пальчики, сейчас электрошокер. И закрываем глазки, достаем до носика, получаем смехоразряд. Сейчас мы будем с вами громко смеяться на букву А, широко раскрыв рот. Кто шире? А! А сейчас мы добавим громкость. Выключим из себя взрослого, который дает сопротивление. Включим ребенка. И включаем громко, широко открываем рот и смеемся долго-долго на одном выдохе. И вдох. И и добавляем делом дело. Смеемся до конца. Голоса нет, мы уже шепотом, но все равно смеемся без звука. И включаем тело в дело. И на букву А. Приготовить. И... Наша любовь точная, моя любовь.
волю. Идем и танцуем, и улыбаемся всем прохожим, машем им всем. Молодцы, кто молодцы? Мы молодцы. А сейчас мы с вами пришли на озеро, да, и с собой еще принесли все вот эти вот экзотические плоды, и всем по пути мы сейчас их будем раздавать, все, кто будет приходить на пляж, мы будем всех угощать, да. О, и сейчас мы заходим, снимаем одежду, остаемся в купальниках, и заходим в озеро, и ножку в водичку, вторую ножку, и на друг друга приспят. И поплыли, поплыли. Ой, как классно, водичка, заряжаемся. И нам так уже хорошо, и нам так тепло. Мы такие разгоряченные. И вот так поплыли. О, классно. И по собачьи. И что вот так? А, наверное, здорово. И вдруг из воды. Чудо-юдо! Трёхглавое! На змей Горыныча похоже! Поплыли скорее назад! Плывём! Скорее! И тут мы вспоминаем. А почему мы боимся? А ну-ка расправили плечи. И сейчас громко-громко все вместе смеемся на все буквы А, О, И, на Э. Приготовились. Идем на встречу страху. Страхи. Кто чего боится? Кто боится болезней? Кто боится долгов? Кто-то боится там, не знаю, кого-то людей. Смеемся, выгоняем все страхи из себя. Я уменьшаюсь. И змей Горыныч такой затормозил, такой офигевший, такой смотрит. Вообще, что тут происходит в моем озере? Вообще, что за смехоежики сюда пришли? Такой торопел. И говорит, а как вы посмели, я сейчас вас съем. А мы берем экзотические плоды, берем и кидаем ему рот. И голова одна, хоп. А мы другой берем и оп. Его голова, хоп. А мы еще берем и оп. И начинает смеяться. И одна голова у него смеется. Вторая голова смеется. А третья голова, которой горько низко достался, она... И все три головы смеются, да, она, он, а и поехали. Подплывает.
И мы садимся за одну шею кто-то, кто-то за другую обхватывает, о, кто-то за третью, ногу забрасываем на него. Он огромный, у него длинный хвост, мы тут все поместимся. Кто-то держит голову за шею, кто-то друг друга за пояс. И по волнам понеслись, Космей Горыныч. Понеслись, катаемся, Космей Горыныч, по волнам. И полетел, мне говорит, взлетел, и мы уже плывем над водой. Но потом приземлился низко-низко, потрусился, и мы все в воду. Все на пляже смотрят, просто вообще не поймут, что тут происходит. И весь пляж начинает с нами хохотать. А девушка такая подошла, такая серьезно, и говорит, чего вы ржете, как ненормальные. А мы практически смотрим на... И начинает смеяться с нами. А тут мужчина с собакой, такой серьезный такой, надо его тоже как-то улыбнуть, да? И мы подходим и говорим, здравствуйте, можно погладить? Он такой говорит, можно. Мы подходим, его гладим и убегаем. Немножечко, наверное, хочется откашляться, да? Давайте повернемся в сторону. И вдох, животик. И... и сплевывайте, у кого слизь, все из вас выходит, сплевывайте, потому что йога смеха – это здоровье, это очищение, это пускомигная реабилитация. Кому хочется водички пить, пейте. Йогу смеха сегодня, как целебный смех, ее применяют и в постковидных учреждениях, и посттуберкулезных, при различных легочных заболеваниях. Поэтому, ребята, смехом мы набираемся эндорфинов, гормонов радости. Смехом мы качаем у себя пресс. Это как тренировка в спортзале. То есть йога смеха – это тренировка, йога – это дыхание, это пранаяма. Да, и поэтому очень важно, когда мы смеемся, чтобы у нас выдох был до конца, когда мы кашляем, чтобы тоже выдох был до конца. И когда мы сейчас пропоем букву «А», тоже важно, когда воздуха не будет, а мы беззвучно его выдыхаем. Выдыхаем, чтобы у нас полностью весь воздух вышел. Мы потом взяли вместо 1 литра 4 литра кислорода. Здорово, у нас будет увеличиваться кровообращение, пойдет кислород к различным нашим органам, к мозгу, к сердцу. Это очень классно. Это профилактика деменции, различных заболеваний. Итак, глазки можно закрыть, можно сконцентрироваться на межбровье, точечку. И сейчас делаем вдох животом и букву А. Вдох. А-а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 -
Это если нужно откашливаться, тоже откашливайтесь, это здорово. И сейчас делаем вдох и пропоем букву О. Делаем вдох, задерживаем и поем все вместе букву О. Итак, приготовились, вдох и... Тянем. Тоже себя воздух выгоняем, голоса нет, а мы беззвучно из себя все выгоняем. И потом и полной груди набираем кислород. Хорошо, молодцы. Ну давайте звук «Я» поем во имя мира во всем мире. И всем пожелаем счастья и радости мира всей земле. Обняли наш земной шар. И вдох, животик. Я... Откашливайтесь, водичку пейте, легкое головокружение, значит, классно, процесс идет, кислород идет, откашливание, значит, тоже все не нужно, выходит из организма, да, и со вдохом мы принимаем гормоны радости, эндорфины, да, мы обнимаем друг друга, давайте обнимем друг друга, и покачаемся, и это серотонин, это тоже гормон радости. Вот приобнимаешь, как такое производит. Поэтому сегодня обнимайте своих близких, обнимайте своих деток, обнимайте своих бабушек, дедушек. Вот, всем добро, 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 добро. И сейчас во имя мира во всем мире мы посмеемся. И в течение целого дня мы сегодня всем улыбаемся. Да, дарим мир, гармонию, радость, счастье. И поехали! На О, поехали! Низко! Тоненько! Ехиденько, погрозили друг другу пальчиком. Я все про тебя знаю. Я все про тебя расскажу. Ты какой-то странный, вообще-то очень подозрительный. А вы говорите, да, я такой. Работает прессом где-то до конца. Молодцы. Ко-ко-ко. Yes. Хорошо. Да, лучший день, да, миру мир, и в окошко запустили мир, да. О, вдох сделали. Ну и напоследок немножечко пальчиковую гимнастику. Раз, два, обнимают большие пальчики, указательные. Раз, два, средние, раз, два. Безымянные, раз, два, мизинчики, раз, два. И назад безымянные, средние, указательные, большие. По два пальчика. Раз, два. Указательные, средние, раз, два. Средние, безымянные, раз, два.
Мизинчик и безымянный. Раз, два. И назад. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А, три пальчика. Раз, два. С указательного в безымянный. Раз, два. Со среднего по мизинчик. Раз, два. И назад. Три пальчика средних. И первый, второй, третий. Раз, два. Молодцы. Молодцы. Да, хорошо. Теперь большие пальчики. Вот так друг друга обнимают. И в другую сторону. Хорошо. Теперь говорим. Здоровью, бодрости, радости, процветанию. Да. Болезням, страхам, неудачам. Во. И поехали. Радости, да, неудачам. Дуля. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопок добавляем. Раз, два. 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 Молодцы. И вот вам упражнение. Да, закрепляйте пальчиковую гимнастику. И, друзья, на этом мы прощаемся. И сегодня вам задание всем улыбаться, делать комплименты, шутить, радоваться и распространять вирусы бодрости и здоровья. Кто это сделает, скажите? Я! Улыбаемся незнакомым прохожим, делаем комплименты. Да! И да! Будет счастье! Да! 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 Запускаем свой классный, успешный день. С вами была Иванова Лариса. До новых встреч! Записываем 7-1 апреля! Да! 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 Молодцы, молодцы! Молодцы!